В этот ролик сейчас буду с ним общаться, своими подписчиками только. Здрасте. Здрасте. А как вас зовут? Екатерина. Меня зовут Александр. Вы Екатерина. Просто богически красивая. Да, спасибо. Да. У вас есть супруг? К сожалению, супруга нет. Я разведена, Александр. То есть вы свободная, красивая женщина, правильно понимаю? В поисках своего единственного. Да. Знаете, тут должен играть примерно такой саундтрек. Он посмотрел на нее, а она закрыла глаза и замотала головой. Их глаза встретились. Она облизнулась, глядя на него, потому что понимала, вот он, это ее судьба. Она застеснялась и подняла свои пальцы на уровне глаз. А музыка так и звучала. Он спросил, а вы из какого города? И она ответила. Бахчисарай. Да, она была крымчанка. А он был обычный, столичный, молодой человек. Что же вы, Боже, Александр. Вы влюбились? Вы прекрасны. Я знаю. Ой, простите, нет. Я прекрасен. Вы меня прям смущаете, Екатерина. Скажите, какую я вам могу сыграть мелодию или, может быть, спеть песню, чтобы ваше сердечко прям вот растаяло при виде меня? Ой, у меня много песен любимых. Так. Ну, вот правда много. Так. Ну, наверное, нужен мужской репертуар, да? Я готов ради вас петь даже женский. Если он вас порадует. Я очень люблю песню «Две судьбы» Лолита и Маршал. Очень люблю. Слушайте, я знаю только песню «Две звезды» Кузьмина Пугачева. Нет, «Две звезды» повести я тоже знаю, Александр. Видите? А про... Что такое? Да, у меня же много, я ж меломан. Давайте другие еще. Вы не останавливайтесь, вы не держите в себе. Это светлое чувство. Это светлое чувство. Хорошо. Да. Сейчас. Ну, так же, как все Аллы Пугачевой, но в исполнении А-студио, моя любимая песня. Это будет в исполнении меня. Смотрите, я сейчас придам этой песне новый смысл, смотрите. И вы поймете, что она значительно глубже, если вы понимаете, о чем я говорю. Вот, давайте. Эта песня. Смотрите, ёлы-палы. Я прям... Даже техника не выдерживает всего вот этого напряжения, представляете? Она отказывается Александр, работать. Да. Не смущайте меня, пожалуйста. Поздний час. Я сам смущаюсь. Я сам смущаюсь. Кто не знает, распускает слухи зря, что живу я, Катя, без печали и забот, что на всей на свете всех удачливее я и всегда, и во всем. Не верьте, что живу я, как...
самое. Стороной меня, стороной меня, беда. Вот да, точно так же я под вечер, ой, устаю. И грущу, и реву иногда. Катя, так же, как все, как все, как все. Катрин, иду в бахчий сарай, меня ты жди. Мы создадим семью. Александр, да, Катя. Вы несколько помоложе меня на один год. Не знаю, получится. А вы знаете, сколько мне годиков? 39. Откуда вы знаете? Ну, смотрю вас иногда. Ну вот что это такое? Ну так, так нечестно. Так нечестно. Я думал, тут такой павлин свои перья из... сами понимаете, откуда? Распушил. То есть получается... Ну а почему бы и нет? Вот, вот честно, вот да. Признаюсь. Смотрю вас вот изначально. Были вы в моем медиапространстве Ютуба, да? Потом появился «Северный поток», потом «Лосев с северным потоком». Вы потом что? Потом была Катя 91-й регион, да, у «Северного потока». Потом Александр ушел. Это же я. Потом Александр ушел. От кого? Другое. Подождите. Нет, то есть вы мне... От политики ушли в музыку. Да. Вы отошли от политики в музыку. И я даже и вам донаты скидывала, ну, как бы, и смотрю, и... А много скидывали? Ну, я не могу посчитать. Это все было, знаете, как душа, она разворачивается и сворачивается. Катенька, ну, мне, вы знаете, разве в деньгах талант определяется и желание, и ощущение, разве они в деньгах вообще определяются? Конечно, конечно. Что мы, про какую-то меркантильную составляющую? То вы понимаете, фишка в том, что, получается, вы меня сейчас просто затрулили. Александр, ну не вы же мне, а я вам, поэтому здесь меркантильности вообще ноль. Да. Давайте об этом. Да. Нет, что вам, в принципе, о каких-то там донатах, вот. Главное есть светлые чувства. Да. А я смотрю, а вы мне с потоком, знаете, изменяли, я... да, получается? Вы к нему хотели смотреть, да, получается, потока? Нет. Вы Володе? Я вам не изменял. Как получилось, что я вот выходила, ну, еще в той рулетке, которая была, и так случилось, что попала. Я, оказывается, утром просыпаюсь от того, что говорят, а ты в Ютубе, а я даже и не видела. И один ролик, потом второй, и получилось так, что мы встретились, а он выложил, Катя, где канал. Ну, это было дважды, это в прошлом году. Володя вас выложил в Ютуб? Дважды. Ахси, Володенька, как тебе не стыдно эту прекрасную даму без согласия выкладывать в YouTube? Нет, согласием. Александр, все было по согласию. Вы ему сказали «да»? Да. Ёлки-палки. Но он-то женился на другой. И то, что я сказала, это же дело десятое. Да, короче, не в этом дело. Ну, нет, он-то да. Но я-то свободен, понимаете? Я-то свободен. Вот честно, мне бы очень хотелось, что вот прям Катенька Сухомлинова, вы друзья? Вы как с ней можно... Вы вообще представляете, как с этой дамой можно дружить? Она меня постоянно унижает. Она даже сейчас смотрит наш стрим и тоже пытается я меня знаю. Унизить. Она еще у вас ключиком работает, если я не ошибаюсь. Последнее смотрела, когда был стрим. Какой работает? Понимаете, она просто занимается исключительно унижением меня. Вообще не работает. Ключик дал, а работать с ней не работает ключиком, представляете? Вот так вот. Александр. Да. Так, может, наоборот, это как бы вот... Не. Вы как-то не так смотрите на нее, а она смотрит на вас. Вы знаете, Катеньке нужен нормальный мужчина. Зачем ей такой вот лабух, понимаете, такой напыщенный, высокомерный, заикающийся человек? Она найдет себе нормального, стройного, подкачанного альфача, вот, и, надеюсь, будет счастлива. И тогда унижения мои все прекратятся, да. А, да?
Думаю, так, да. А пока она не найдет, вы так и будете сосуществовать вместе в этом состоянии? Ну, не знаю. Она все ищет, понимаете? Она все ищет. Ну, да, короче, ладно. Вы ее взяли на поруки, она вас унижает, а вы терпите, понимаете? Потому что я олень, я терпила олень, знаете? С большой буквы А. Не нужно, давайте... Давайте лучше про песню дальше поем. Давайте уйдем от этих всех разговоров, давайте лучше вот песни и музыка. Давайте, правильно. Как можно говорить, общаясь с одной дамой, о другой даме, конечно. С одной Екатериной, а другой. Да. Какую ему песню, Катенька, будем петь? Давайте песню о любви из Гардемаринов. Помните, как жизнь... Алёшка, Софья, Алёшка, Софья. Да. Давайте, да. Давайте, я вам буду петь, а вы будете говорить «Алёшка, Софья». Давайте, во время моего исполнения. Нет, давайте вы будете просто петь, потому что это будет потом какой-то резонанс, мне кажется, потому что звук, ну, не очень звук правильно будет, доносится. Звук будет как надо. Чтобы смешно не было, Саш. Да вы знаете, как я могу не быть смешным? Я самый смешный. Я-то, конечно, когда-то хочу на ваш концерт попасть в Москву, но не всегда получается по работе, по времени. А еще и самолеты не летают, у нас Симферополь закрыт. Да вы знаете, я вот сегодня тоже прилетел, вчера у меня был частное мероприятие в Ростове, к нам пригласили, а я летел до Минвод, потом обратно из Минвод, да, и прилетел сегодня. Да. Вот сегодня потратил на дорогу из Ростова 12 часов, между прочим. Знаю, а мне нужно больше потратить. Ну вы можете сесть так в поезд и насладиться. Значит так, как жизнь без весны. И Александр меня встретит на каком-то из вокзалов. Я даже не знаю, на какой поезд приходит. Главное, чтобы это был один и тот же вокзал, куда приезжаете вы. И куда приду я. Знаете, хочется вспомнить поговорку с Украины, хотя мы с Крыма, я россиянка. Шо воно казатик, воно конечно. Понимаете, Александр, тут сказано все. У меня не открывается жизнь. Ладно, это жизнь, а мне не открывается текст. Я хочу жизнь без весны. Все правильно вы говорите. Все да, погнали. Итак, Алёшка, Софья, Екатерина, Александр. Вперед. Как жизнь без весны. Весна без листвы. Листва без грозы. А гроза из молнии. Так годы скучны, без права любви лететь на призыв. И листок безмолвный. Как годы скучны, без права любви лететь на призыв. И листок безмолвный твой, увы, не предскажешь беду. Зови, я удар отведу. Пусть голову сам за это гадать о цене не по мне, любимая. Дороги любви у нас нелегки, зато к нам добры белый мох и клевер полны. Тут надо говорить «Александр! Екатерина!» Александр, вы лучший! Да! Просто без... Да!
Спасибо, Катя. Александр, звезда наша. Знаете, как Анастасия, да. Звезда моя. Я вам скажу, Александр, звезда моя. Наша. Да? Нет, наша. Общая и чату всем привет. Общая, наша, российская, русская. Да. Ах, Катя, да. Спасибо. Я так рад был вас видеть, если бы вы знали. Ой. Да вы что? Да. Бахчисараю, нижайший. Прям вот. Да. Передай с кисточкой. Так и да. Спасибо. Так и да. Мне там приятно. Тоже таких много. Я правильно понял? Вы вот из наших будете крови? Нет, я нет. Нет. Я не против, но я из... Правда, меня многие путают то с татаркой, то там еще с кем-то. Я русская. Прям в четвертом поколении настоящая русская. Настоящая. Просто крашусь, знаете, блондинка от природы, ну, как бы это, не идет, а вот в темненькие вот. Вы выглядите просто шикарно, Катя. Да? Да. Ну, спасибо. Мне приятно. Вот. Ладно, не буду вас отвлекать иначе. Я поскочу дальше. Вы. Сейчас прям зайду на стрим. Давайте. Вот прям мне интересно. Давайте, Катенька. Спасибо вам, Александр, огромное. Обнимаю. Александр, да. Большое. С днем рождения поздравляла, писала, вот такой талант, харизма. И вот желаю вот много-много, долго-долго достичь успеха вот того, чтобы вы сказали, да, я в этой жизни все смог. Ну, наверное, творческий человек никогда такого не скажет. Он до конца своих дней будет в порыве вот этого всего. Но чтобы мы долго наблюдали вот эти порывы. Спасибо. Всегда. Да, за долго-долго. Спасибо, Катя. Долго-долго. До свидания. Спасибо. Спасибо, да. Если долго-долго-долго, долго-долго-долго-долго, долго-долго-долго-долго, парень просто молодец. Вы поставьте, ставьте лайки. Слайки этому диалогу. Такой вышины, в Бахчисарае, Катя, вот такой. Нет, тут пора, видимо, заткнуться, а то можно и по рогам получить. Все, ребят, спасибо, по-моему, диалог был прекрасен. Ха!